Ситуация с углем для льготников деревни Дмитриевка Бейского района так и остается в подвешенном состоянии. Людей там лишили гуманитарной помощи в виде угля из-за того, что у льготников есть федеральная компенсация за топливо. Обратившиеся 2 недели назад в Нотабене льготники – это инвалиды и ветераны, среди которых лежачая 9 лет пенсионерка. Бесплатный уголь району второй год выделяет один из разрезов. В прошлом топливо власти разделили на всех поровну. В этом желающих оказалось больше, а угля – меньше. Чтобы разделить между сельчанами более-менее весомую долю угля, было решено из списка убрать тех, кто получает за топливо льготы. После нашей съемки глава района заверил, что письма с его подписью с просьбой выделить еще угля в другие разрезы направлены. Люди помощь получат, однако пока угольные предприятия на просьбу властей не откликнулись.